1999 год. Текущий день. Итак, у вас нет опыта работы охранником, но вы говорите, что многому научились у мистера Шмидта. Да, сэр. У меня есть... Мистер Шмидт, это все правда? Да, сэр. Я хотел бы дать ему несколько советов. Поздравляю, мистер Фицджеральд. Вы наняты. Вау! Спасибо, мистер Афтон. Я не подведу вас. Эй, Джей, похоже, ты будешь работать здесь со мной. Ты готов к этому? О, да, Майк. Эй, Майк, хочешь пойти на кухню и стащить пиццу? У них есть пепперони, колбаса, сыр и ветчина. Высший... Фриц, передай привет Джерри, его только что наняли. О, привет! Так ты тот, о ком говорил Майк, да? Вы двое кажетесь довольно близкими. Да, да, Майк и кукла очень милые. Подожди, Майк милый, Майк Шмидт? Ты уверен, что говоришь о нем? Я милый только с людьми, которые не крадут дешевую пиццу с кухни. О, мистер Смит! Вы теперь переходите на дневную смену. Реально? Клюто! Наконец! Мне не нужно заботиться о тех чумовых роботах, которые пытаются убить нас. Убить? Прекрати, или я урежу тебе зарплату. Моя вина. И причина этого в том, что я заметил нехватку пиццы. Откуда ты знаешь, что это из-за меня? Твой жир вроде выдает это, Фриц. Майк! Джер, думаю, мы увидимся позже. Знаешь, если ты выживешь всю ночь... Заткнись, Фриц! Расслабься, Джер, ты будешь со мной, так что тебе нечего беспокоиться. Ладно. Я думаю, нам нужно отправиться в офис. Точно. Да. Майк, кто он? О, он? Он никто. Но он не кажется мне никем. Поверь мне, тебе лучше не знать, кто он. Он условно-досрочно освобожден. Освобожден? Причина? Что он сделал? Если ты действительно хочешь знать, я думаю, я смогу рассказать тебе об этом в нашем офисе. Ладно. Просто пообещай мне, что не будешь волноваться, хорошо? Мистер Шмидт, так легко обмануть.